Люберцы вновь стали местом проведения крупного спортивного мероприятия. На этот раз в округе прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе. В нем приняли участие более 300 борцов из Москвы и различных уголков Подмосковья. Подробности в сюжете Луизы Егезарян. Уже 26-й год подряд в Люберцах выбирают сильнейших представителей греко-римской борьбы. Всероссийский турнир посвящен памяти прославленного люберчанина, заслуженного мастера спорта, чемпиона мира в тяжелом весе Николая Шмакова. Мы проводили последнее время эти турниры по взрослым, где-то последние 10 лет. Это был турнир всероссийского уровня. Ребята, занявшие первое место, квалифицировались до присвоения звания мастера спорта России. На этот раз турнир прошел среди юных спортсменов. На ковер вышли более 300 борцов из Москвы и различных городов Подмосковья. Вы выбрали очень правильный вид спорта. Вы выбрали здоровый образ жизни. Этот турнир проводим ежегодно. Я искренне желаю, чтобы мы в последующем здесь принимали участие. Среди люберецких юношей греко-римская борьба пользуется популярностью. Этим видом спорта занимаются около 400 детей. Будущих чемпионов воспитывают в спортивных секциях и школах округа. Этот спорт для меня очень важный, потому что в нем, когда ты тренируешься, у тебя накапливается сила и мужественность. В начале, когда мы ездили на соревнования, я часто проигрывала. Но потом я начал занимать места, и вот у меня уже где-то больше 5 мест. Соревнования прошли по олимпийской системе. Даже после выбывания в первом круге у участника есть шанс завоевать 3-е место. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.